Так. Тапка, бота, вы погнали. Да, тут есть местные бутылки. Кто мид? Эш. Изи мид для трахи. Так, все. Амарейдзе 105 крипов. Так, слушай, мне гарм. Опять на джиггернауте. Так, блин, а чё нет-то? У нас флакон танков, у нас дамага нет. Я не знаю другого лесного дамагера, у меня их нету. Есть медведь, но он такой себе потом плей. Так. А мастер в лейсе геоплат высыпает. Кто там поржал? Дракса в черном. Слушай, у меня получается 105 крипов. Я вот первого ко второму поближе сделал. О, у меня линия на моей стороне, только это буквально пару миллиметров. Я что-то очкую, на меня ганг что-то. У меня Лина, видимо, какая-то стоит. Аутирует. Эйск, идите уже к себе на линию. Все они делают. Это Лина милишник. Норм. Изи мид какой-то, я хз, люблю Лиги Легенд, настолько аутичный мид. Да. Так, как оповестить то, что... на Y, кстати, центрается камера. Как оповестить о том, что враг ушел с линии? Так, Alt, правая кнопочка, или же и вам сторону выводишь. Того. Врага не видно. Она, наверное, пошла помогать своему джанглеру или с руной пыталась что-то сделать. А, это, кстати... А это саппорт местных. Не знаю, что он делает в мизе. У меня 25 станов, кстати, поэтому классный саппорт. Так, не забыть то, что у меня блинк на F. Я не пойму, он динаить пытается, что ли? Или он просто не подходит, потому что он милишник? Знаю. Кто пытается динамить что? Ну, на фасочку развел изи. А там подвышку даете? Я выслушаю, я выслушаю. А, они тебе все время помогали? Всех? Нет. Всех крипов убивать? На две пачки только пришли. А, видимо, они расчагили левел на одну пачку. Кстати, нет, левел они меня не забирали, они убежали оттуда по таймингу. Там вообще котята.
Так. Чтобы жить в мире, нужна твердая рука. Да. Что-то у нас со стритом проблем. Но я не знаю, потому что сколько тут герои урона наносят. Хотя я тут с местным топориком. Ай! У меня шестой, я могу на ганг куда-нибудь пойти. Куда пойти? Как думаешь, где у нас жопа? Не знаю, там вызвали сильные карапасы. А могу вышку стоять, пушить? Стоять пушку, хорошо. Ганг нельзя, то есть мне делать особо нечего. Хочешь, я к тебе приду, вышку заберем или врага? Давай. Ну, так. Начнёт называться, окей. Только единственное, что у меня... Я не знаю, как это обозвать. Меки нет. Да и меку я с собой не беру, нахуй, нужно. Это у меня в КД цеплялка местная. Так вот просто вышку, она ушла куда-то на низ, походу. Да, она ушла на низ пушить. Ну, тогда вниз прийти. Ну, давай вышку снесем и пойдем до фитнес. Все четенько. А мы с можем быть. О, смотри, кабанет забрышил. Эй. Ну их тут трое. Чувак, чувак, чувак. У тебя блинка тоже нет? У меня есть как бы хилка, блинка нету. Просто моих главных крестных друзей нет, поэтому я вот типа... Ты уже 2000 нафармил. Хочешь, летай купить что-нибудь, я пока пофармлю. Давай, экспу повыше. Я там гангану куда-нибудь, у меня ТПИН есть дагер. Только я ульту просрал. Нет, ТПИН вызывает обычно только там. Ну, который на против стоит. Ну я ж типа гангать. Так, я могу маленькие криты взять. Так, а с чего делается с Драконой? Ничего, это короче... Понятно, сапоги, скороходы вообще не грейдятся. Там куча сапогов и все грейдятся. Там еще специальными такими значками. А, воу, это даже не сборные мечики. Так, ладно, буду критульки делать дешевые. Там они в что-то грейдятся потом. Ну да, криты. Так, враги потеряны из виду. Это СМИ, да, то есть. Угу. А где помощь нужна, интересно, дать? Я могу прийти на... Там на топе сейчас пизда, походу, делаю Иисусу. Сейчас или нет? В 2015. Вот, но есть факт то, что вот здесь Тини один на боте стоит. И у меня ульта откатилась. Ну почти, замало. Так, сейчас я соберу тогда красный стак крипов, и можно типа мид пушить или мид подушку, которая... Аксис, правда. Но, кстати, башню ломаны, шабол, да. А мы тут пацанов не добили, потому что они со щитами. И это был ТПИН с мида! Вражеский. Ага. К танку. Как-то вот так вот. Над нищей баном. Тут все работает как в доте.
чувак, я вообще на позиции, готов убить Трактис. А у меня нет ТП-лина, потому что я его делал на бот. Убить одного Тиника, а тут пылит всего сейф ТП-лина. А, нет, я ее убил. Ты пушуешь гол. Нас люди не фармят. Да куда еще? А, у меня есть, кстати, ТПН. Пока тебе аут заклею, и может куда-нибудь приду или что-то такое. Кстати, там внизу много народа? С вами на месте? Или как его? Внизу много народа. Ладно. У меня маны нету. Как оповестить о том, что нет маны? Просто мне предлагают вышку спушить. Я так понял, мне нужен ДПС, потому что дополнительный ДПС у меня активируется только этим. Точнее, так спит. Потому что у меня настакиваются эти стрелы. А так спит и крит его у Изи Тракса. Бать, я вышки грозу. Так, там пизда. А, я внизу недалеко, я, то есть. Город забьем, у меня все есть, у меня есть ульт, у меня есть вообще все. Там есть еще вражеской вышки, нет, так что ты можешь давить. Да, скорость перебежал за точка статика. А, тут настолько все балансируется. Понял. Так, ну мне надо где-нибудь 900 монет нафармить. И, а, можно помочь забрать вышку на топе? Да. Я, давай я туда тоже приду. Сейчас получится у меня в него стрелой попасть, я знаю, из кустов. Опа, тут в кустах засада. Где? Заебись. На топе? Да, бывает. Вардик ставится. Да без вардика он просто там сидел, он видел, как я что хомяк делал. Делает? А, хомяк, короче, письма. Слушай, а хомяк-то живет. Тут вообще по-любому не жил. У них как-то много типинов, они, короче, быстро реагируют на ганги. Надо сплитпушить. Сплитпушить сюда, хорошо. А что ты не говоришь, а? Изи. Ну, спасибо, надо вот на лоу хп еще и застелить. Да тут ходил это саппорт наш.
стиле, вот, как мразь. Так, пойду я себе ДПС-критульки возьму, которые я посчитал почему-то нормальными. Призрачный танцор. Что у тебя есть-то? Да, делай критульки. Ну, они критульки с гиперстоуном, типа. И да, не делай сразу дабушку. Так я третьим слотом, у меня клинок дракона, потом рвение, и сейчас я рвение грыжу в призрачный танцор. Слотхом, лол, чувак. Так, основные предметы, грань бесконечности, вот, я поехал крафтить. Тут есть как бы, да, слоты всякие полные, а есть типа, маленькие, ну как в доте, мелкие какие, большие какие-то. То есть как мега профитнее собирать сразу. Там Т2 на боте пушит. Можно помочь, можно на топе все-таки забрать вышку. Как думаешь, я убью? Блин, этот кабан, он же это разворотит. Я хочу кабана. Я бегу наверх. Братрума. Он тут ворды падает. Я пока на месте второй вышечки. Бегу. Ой-ой-ой. Чувак, живешь? Ну, он сейчас меня вверх подкинет, нажмет ультимку, я его раскайчу. Изи. А, все помог Лайн Варп. Так Варп у меня стоял. Да идем мы на мид, идем. Зачем так часто пинговать? Думаешь, там тоже Трекса? Блин, тут, конечно, дорогие артефакты за 800 плащ ловкости. Я вообще, кстати, без птички играю. О, я тут 3 в 2. Хомячок решил попозже немного разложиться. Саппорт пешочком шел потихоньку. Что, хомяк умер? А он что-то обратно разложился. Ну, что, нет блинка, да? Лошаха. Сейчас без блинка заваскитил этого пацана. Ну, ультимка. О, какие ультимки шикарные. У кого серебряные союзнички или? Под Т3. Ну там у кого только нет. Я ж могу что-то купить. Так, да? Я куплю кирку. Пойду играть в Майнкрафт. Так, к нам идет хомяк. Видимо, надо подзять хомяка, да? Угу. А пошел он нахер, с башмаками сбегаю. А, сейчас дракон. Пойдем, дракона заберем. О, у нас тут варды падают. Да, они минут остались. А, вот, вижу, бегу. Вообще есть боми, цифляны, замечаешь, не хочу все. Блин! Меня зафокусили! А! Ну их там было пятеро, нас же вообще двое, типа, блядь. Три секунды! Две, одна! Камбэк. Почему нас двое было? Нас тоже пятеро. Эйс же. Они воды хлупают, вот я понял, почему прикол.
Так, что там за урон там? Смешанный. Шестым слотом уж потом ангела-хранителя собрать. Он хорошо помогает от смешанного урона. Так, пойдем за драконом, не? Да, за драконом. Так, надо блинк оставить. По красным херотей не поделал слабо. Так это вражеский вард. Да. Усиление атаки фон. Нахуй. Ну вы раки, нахуя влипаю, что-то в металлурки. Не знаю. Не понял, что он несет. Какой херни, типа ко-ко-ко, ядра таньян, что-то такое. Так, так, а мы тут это разъединились немного. Не, ну у меня лесные стаки откатились, которые красные синие. А у нас парни на миде фидят. Они думали, что мы Рошана забрали, а нет. Крабы. Можно их под вышкой, в принципе, принять, хоть она его УХП, но я кого-нибудь подстуню здесь. Крипа, допустим. Блин, они прыгают дико вообще. Нас танки не так втанчивают. У них больше танков, что ли, я не пойму. У нас какой-то два танка, ну, хер знает, а у них... Ну, один, скорее всего, в ДЦП пошел. Да, у него черная секира. У этого хотя бы первый радик есть. Гнар. Танков у них до хер знает, у них одни демо-дили, кстати. Говорит, Джакса, не кормите. Алло, ты сам его кормишь. Танк в дамаг собрался. Рак. Кто, хомяк? Да. Так посмотри, у него черная секира, прочая залупа. Типичный дотер, типа go 5 mid. Вся хуйня. О, как они нам почти это два прогресса. Не знаю, в принципе, все это неспортненько везется. У меня есть какие-то там сабли, которые цепляют врагов. Типа они раз свои идут, есть еще сабля. Так, не, я первый не пойду, я тебе в жопу. Бля, и по итогу я все равно отхватил. Воу, да блин, почему у них настолько частые блинки? Они дилеры. Не-не, уходим. У нас крипов рядом нету. Ну да, то есть тут по ним всем забрать по хренати. Хотя враги пятеро, и типа, они сейчас набегут. Дефс, ну потом попробуем. У меня 600 монет до второго основного предмета. Я думаю, брать что-нибудь на вампирку или не брать. Так, блин. Тебе нужен комбик демон. Бать, он влетает. Я тоже умею. Да блин, какие же они живучие, сколько у них щитов. Не знаю,
знаю, людей у них нет ни хера, ни в домах собранных полностью. Блин, я думал, это вражеская вешка. Что за коконы? А, вверх надо тут, окей. Я этим займусь. Мы минус 4, кстати, сделали, но они вылупляются быстро. Будет скоро? Дракон? Да, Рошан есть, но еще фиг знает. Не, Рошана мы еще, наверное, пока не можем. Наверное. А, не, воу, хомяк с Марины покупал эту. Рубашек, короче. Траксоверно говорит, моя сила в дальнем бою. Так, я тут 3к нафармил, надо бы ТПА вот сделать. И у меня больше нет скиллов, кроме птички. Я промаксил первый, второй. Да, давайте фидить начнем. Так, атакующие предметы, нишевые предметы. Рекомендуемые предметы. А, воу, а защитных предметов нету, понял. Атакующие предметы, скорострельная пушка. Вот эта тема. Она на стрелков топчик, она дальность атаки повышает. Ненадолго, но. Противник убит. Чё там? Не знаю, браки. Так, а я не дособирал грань бесконечности. А, не дособирал. Пойдем быстро, дракон, чувак. А мы сможем? Сейчас да. Я мид толкну, разик. Я типа почти лакнул, вот у меня тут 4 флога с вода собрано. Че, я вард поставлю тут? Так, и что он тех дает? Скорость движения. А, мы типа в мед заходим? А кипро? Я еще пошел, конечно. Ну, пойдем в мид попробуем еще сделать. А, у меня внутри нету. Ну, просто замотаю. Ну да. Что у нас саппорт? Видимо, тоже не саппорт. Нет, это тварь хилит, я не знаю, просто как я этот мужчина. Подожди, она Зигу ни на кого не кинула, что ли? Нет. Блядь. Ну, пока в таверне сижу, у меня пушка будет. Ульта скоро кончается, зачем он дерется? Ну что, он даун хомяк.
понятно. Рак, хомяк, все нормально. Рак, хомяк, хуяк. Ой, там тимфайт называет на миде. Ой-ой-ой. Гайс, 5 монет. Все, лечу. Лечу, как лев, как мужчина. Кидаю сову в него. Ебать, что это такое зарядка? Что это, этот БС накапливает себя? Заходим через мид дефолта. Так, нахер, у нас башня отъездит. Какая? А, ты они предлагают на шору взять. Да. Нужен танк какой-нибудь с вами, чтобы не разу. Давай, хомяк, ты лучше танчи. Танчи, сучий хомяк. Он не может, он лаука. И хомяк, это пидор. Воу, в 3,5 слота оделся. Так, эту вардик надо взять. О, метер красным показывает радиус моей атаки, прикинь. А, тогда это скорострельная пушка. А он заряжается, сделает первый выстрел дальше и мощнее, что-то похоже. Блять, куда я иду? Я не знаю, я стыкнусь. Господи Иисусе, Дракса имба вообще в любой игре. ОП. Там, блядь, еще не видно. Вот теперь мне открыто. Добрый вечер. Ебать, я вражескую траксу просто за 3 удара. Я иду, Илья, живи. Я живу. А это? Какой опыт фонтан фан? Давай корова. Не, корова нас отписывала. Злая корова. Да все, лол. Ой. Изи. Ну, блин, так не принято. Хотя это союзный чат, там можно. Я через shift нажимал. Там слэш оу появилось.